80-летний юбилей областного отделения Союза художников России в Иванове отметили с размахом. Всю предпраздничную неделю открывались выставки одна за другой. Виновники торжества собрались в зале музыкального училища. Их пришли поздравить городские власти. Вячеслав Сверчков – завсегдатай различных выставок. Глава города старается не пропускать ни одного вернисажа в доме художника. И даже у себя дома организовал небольшую галерею работ ивановских авторов. Поздравляем всех наших художников, Союз художников Ивановской области с 80-летием. Это действительно круглая и серьезная дата. И нам очень приятно, что в Иваново есть действительно хорошая, сильная школа художников. И у нас работает художественная школа и училище. Свою историю областное отделение Союза художников России ведет с 1933 года. Творческий союз прославили такие мастера, как Иван Нефедов, Марк Малютин, Евгений Грибов. Авторам, которые уже в наше время достойно представляют Иваново, вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Своей жизни мастера не мыслят без профессионального союза художников. Организация, конечно, необходима. Вот такое содружество творческих людей – именно художников, я думаю, что все-таки нужно. Это же какая-то жизнь, это кипение, это обмен опытом с художником. Вот приехали гости сегодня из Ярославля, Костромы, коллеги, очень приятно видеть. То есть не только, то есть мы же по всей, по нашему региону мы знаем художников, мы как родных людей, друзей. И поэтому, если это исключить, то будет какая-то бездна. Вот, для меня это просто невозможно. Членство в Союзе художников – это ступень творческой карьеры, серьезный статус, который достигается усердным трудом. На сегодняшний день в Ивановском отделении Союза художников состоят более сотни профессиональных мастеров, и каждый из них получил это звание по праву. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.